вещь живет 3-4 года. Потом она устаревает. Ну, как бы так считается, да, то есть по законам. Единственные вещи долгожители в гардеробе – это джинсы. Секреты создания модного гардероба по фасону, цвету и виду ткани Надежда Шульга раскрывает уже на протяжении нескольких лет. И потребность в таких курсах растет с каждым годом. Сегодня многие женщины не знают даже, как подобрать себе вещь так, чтобы подчеркнуть свою фигуру, не говоря уже о модных тенденциях. А в преддверии летнего сезона количество обращений увеличивается в разы. Что модно этим летом? Главный вопрос всех собравшихся сегодня. В моде длинные юбки, длинные платья, легкие, воздушные. И вообще могу сказать, что такой массовый тренд на женственность, на какие-то женские такие милые штучки. Очень модно брюки-клёш. Если вы в прошлом году купили брюки-байфренды, то можно их отложить на полочку. В этом году клёши впереди планеты всей. Еще один тренд сезона – полоска. Вертикальная или горизонтальная не имеет значения. Цветовое сочетание на любой вкус – от черно-белого до красного. Главное – правильно скомбинировать ее с контрастными однотонными вещами. Кстати, сейчас в моде пастельные тона – бирюза, карамель, мята. Также актуален желтый цвет в любых оттенках – от яркого до нежного. Есть летние тенденции, которые, вот, ну, скажем так, из года в год, каждое лето актуальны. Это морской стиль, стиль сафари. Его, безусловно, можно найти на прилавках магазинов. Просто носить это не напрямую, ну, как вот, как нам предлагают магазинные луки, да, а, скажем так, принести свою какую-то нотку, свою изюминку и сделать этот образ более интересным, более каким-то особенным. Научиться комбинировать вещи и умело вплетать модные тенденции в свой гардероб можно, уверена Екатерина Казанцева. Год назад женщина решила кардинально изменить свой образ. Обратилась за помощью к стилистам. Глядя на то, как Екатерина изменилась, за помощью теперь обращаются к ней. Ко мне обращаются девочки, подружки и коллеги по работе за какими-то советами. Они видят, как я изменилась в лучшую сторону. И я слышу достаточно много комплиментов. Мне это очень приятно. Стать лучше никогда не поздно. Главное – не бояться перемен и пробовать что-то новое. Ведь встречают все-таки по одежке. Ксения Тойчкина, Сергей Гаврилов, Антенна 7.